Да, у нас вот такая странная погода. Вот над морем, вот там море виден, видно даже кусочек солнца. Над горами такие какие-то прям вообще странные тучи. Всякие тайфуны там, я не знаю, ушли, прошли стороной и так далее, и слава богу. Ну то, что на небе творится, ну да, ну не каждый день мы такое вот видим. Ну что теперь? В общем, поводов для грусти и печали не вижу совершенно, тем более, что завтра обещают солнце, может быть, даже после обеда сегодня.